Всем привет, ребятки! Сегодня вышла новая анимация доктора Хака «Злая монашка 2 против Пеннивайза, против Грэнни». Смешная анимация, часть 238. Еще час назад или больше я видел уже эту анимацию, только уже на основном канале, на русском канале доктора Хака. Да, вот там до этого можно было увидеть там как раз вот эту озвучку, анимацию. На озвучке там не было. Там же английская или какая. Но с субтитрами зато. Ладно. Если, конечно, вы знаете, как исправить проблему мою и как-то переместить все же... Переместить мод в Майнкрафте в основную папку Майнкрафта. Там где моды. Набор ресурсов. Как-то мне нужно перенести те картинки персонажей, типа... Ну, такие, ну, картинки персонажей и текстуру их нужно перекинуть как-то туда, в набор ресурсов, чтобы у меня появились текстурки у персонажей там. Да, мне нужно как-то это исправить, если что, сделаю их куда вставить. А так они там без текстурок. Да, надеюсь, вы знаете, а кто-то, может, не знает, ну, подскажите, пожалуйста, мне в комментариях там напишите, а я это попытаюсь сделать. Исправить, конечно. Или я сам не знаю. Ну, подскажите, пожалуйста, если, конечно, вы знаете. Ну, ладно, давайте будем смотреть анимацию. Что ж, я почти готов. Можно начинать. Ну, ты готовишься, понимаешь? Стоп, стоп, стоп. Нет, нет, нет. Так не пойдет. Прежде чем ты начнешь, ответь мне, где ты прятала эту книгу? Карманов ведь у тебя нет. Ладно, не отвечай. Я уже и сам догадался. И где же? Видимо, сейчас ритуал какой-то начнется. Ой, а я уже где-то видел такие движения. Только вот не помню где. Кажется... А к нему силкой. Она хочет вернуться. Что-то начало происходить. Вот дерьмо. Останови это немедленно. Да блин, я сейчас сгорю, жена. Что ж, надеюсь, получилось. Как ты себя чувствуешь, Пенни? Тебя когда-нибудь били отбойным молотком по голове? Нет. Тогда тебе не понять, насколько мне хреново. Ну так что дальше? Как я пойму, что мои силы вернулись? Точно не знаю. Возможно, что-то должно произойти, чтобы ты это понял. О, кажется, я чувствую, что сейчас что-то произойдет. Да. Но эта сила была у меня и раньше, так что это не считается. Ладно. Может, по ходу дела будет известно. Пошли уже мочить старуху. Кстати, по поводу моей проблемы в Майнкрафте, еще что-то хочу сказать. Как бы я вот, я сейчас точно тоже скажу, только более попонятнее, если вы в сообществе не поняли, что я там что-то и написал. В общем, я пытался скачать текстурки, но да, ну, новый мод, обновленные текстурки. И я смог. Да, мне перекинуло Майнкрафт, но мне не писала такая наверху надпись «Установка мода». Установка мода прошла успешно. Это мне не писало. А означает, что набора нету, его не появился. А вот когда старую версию качал, то он был. А вот так нету. Таким образом, значит, надо вернуть как-то прошлые текстурки. Так что, пожалуйста, подскажите мне обязательно. Если вы знаете. Кто-то не знает, тут можете и не писать.
Ладно, будем заканчивать. С вами был Димон Про. Всем пока-пока.